традицией, каждый год в преддверии Дня Победы мы с нашим коллективом спортивной школы «Истина» совершаем поездки по местам воинской славы. В прошлом году мы посещали Ржевский мемориал, город Ржев. В этом году мы отправляемся в город воинской славы Волоколамск. И также по традиции мы высаживаем деревья, и сейчас мы посадим два вот этих замечательных каштана. Каждый мог быть любимым, но остался мальчишкой молодым навсегда. Это просто война, это просто разлука, это просто беда. Просто война. Он отчизне доверил все, что знал 18. Поцелуи с любимой и родимую мать. Ночь ушел на задание, в жизни все не доделал. Дом родной не построил, сына не воспитал. Это просто война. Перед боем невесте написал он открытку, 20 слов, как он любит, и привет передал. Слушай, маме, скажи, что мне страшно не будет. Я ни разу не струсил, друзей не предал. Оборвались те строчки пулей снайпера девки, что напротив зеленки притаилась в ветвях. И одной пули дурой стало меньше винтовки, и одним сыном русским стало больше в сердцах. Будем взгляды, будем помнить солдат.